Экономика. Время говорить о главных экономических событиях дня. На связь со студией выходит заведующий научной лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Денис Домащенко. Денис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы, конечно, мог совершенно спекулятивно уцепиться за сегодняшнюю новость о повышении минимальной цены на водку и коньяк, но, впрочем, не буду этого делать, тем более, что вы предложили серьезный разговор по рынкам, о проблемах, которые там возникают, и, видимо, о путях их решения. Вот, например, валютный рынок и там стоимость рубля относительно других валют, несмотря на все вроде бы ужасные какие-то картины, которые рисовались, рубль остается крепким и, более того, даже на фоне самых последних событий тоже совершенно не собирается сдаваться. В чем секрет? В изоляции абсолютной? Ну и она не абсолютная. Да нет, абсолютной изоляции как раз нет. Если бы она была абсолютной, то, наверное, у нас бы и валютного рынка тоже не было. Никакого и ни доллара, ни евро, и ничего у нас не торговалось. Хотя, на самом деле, сейчас торги происходят, и в том числе и граждане могут покупать валюту, в том числе на бирже, и вывозить эту валюту до 1 миллиона долларов в эквиваленте за рубеж. Поэтому как бы здесь рынок работает. Надо сказать, что валютный курс он определяется балансом спроса и предложения на валюту. Предложение формируется импортерами, как правило, да, они продают валюту за валюту российские товары за рубежом, а спрос на валюту формируют импортеры, закупающие за рубежом товары для нашего внутреннего рынка. А также есть некоторая часть людей, которые покупают валюту для ее последующего вывоза из страны или для формирования накоплений. Ну, в настоящее время к факторам предложения валюты добавились такие специфические риски, как риски ужесточения санкций, блокировки российских счетов, открытых за рубежом для некоторых компаний. Поэтому идет дополнительный спрос на рубль. То есть вот эти компании, они пытаются уйти в рубль и продать какие-то остатки своей валюты на зарубежных счетах. Именно это и дает возможность рублю чувствовать себя достаточно устойчивым. И зона вокруг 58-62 рубля за доллар, она сейчас представляется равновесной. А вот скажите, пожалуйста, Денис Викторович, почему так, все-таки такая разница, об этом и наша аудитория постоянно там спрашивает у нас на СМС-портале, разница между тем, что говорит биржевой курс, ну и, соответственно, ЦБ устанавливает официальный курс рубля, и тем, что в розницу банки делают. Скажем, вот сегодня официально 58,18 за доллар, 58,18 копеек за 1 доллар, а продажа, например, доллара в банках, ну вот я видел даже 74 рубля. И это все-таки, знаете, получается 16 рублей в плюс немало. Вы знаете, я вам маленький секрет открою. Я 2 дня назад или 3 дня назад покупал по 65,5. Ту сумму, которая мне необходима была для формирования, частичного формирования накоплений. Поэтому вот эти курсы 74, я так понимаю, это курс одного из крупнейших наших банков-монополистов. И, в общем-то, этот банк, он отличается такими широкими спредами. Поэтому кто ищет, тот найдет подешевле. Не, ну все равно, ну 65 тоже. Там не 58,25, например, а все-таки там значительное количество рублей. Чего ж так... Я там в силу ограниченных возможностей своих умственных. Думаю, что чем больше вот эта вот разница, тем как бы меньше стимулирует покупку доллара. Ну а чего? Ну покупало бы население доллары, да ради бога, если их там как у дурака махорки. Ну пусть бы хоть население купило, разложило у себя по квартирам. Ну, дело в том, что нам же говорят о том, что все-таки валюта это токсичная, и вдруг доллары запретят, поэтому тут как бы есть люди, которые опасаются и такого варианта развития событий. Но я вам скажу так, что 64 – это банки скупают у населения валюту по 64, а продают по 65, по 66. Поэтому здесь как бы получается такая некая система множественности курсов. То есть есть курс отдельно наличной валюты, а есть курс отдельной биржи. У нас вот примерно
отличается он на 10%. А почему так происходит? Ну, скорее всего, потому что все-таки есть некий дефицит наличной валюты. Все-таки он присутствует. Но ее найти можно. Да, вообще, если поискать, можно все найти. Ну и еще, поскольку валютный рынок – это не только торговля там, доллар-рубль или евро-рубль, это более широкое понятие, во всем мире торгуется валюта, то все последние месяцы, скорее, мы видим, как доллар укрепляется относительно иных валют, в том числе и валют, которые вот к себе давно присвоили звание резервных валют. Вот то, что происходит там, с фунтов стерлингов за последние даже недели, и это просто страшно становится, потому что я помню еще прекрасно времена, когда фунт был ну чуть ли там в полтора раза как минимум дороже, чем американский доллар. Теперь уже, если евро уже ушел ниже во многих местах, то значит фунт приближается к доллару. Почему именно американская валюта на себя берет вот эту роль такой сильной валюты в мире? Здесь есть несколько факторов. Кстати, вы говорите о фунте в полтора, а я очень хорошо помню времена, когда он стоил 2,5. Ну, видимо, я поехал туда, когда уже было полтора-то. Понятно. Но все-таки фунт, хотя если посмотреть такую более далекую историю, после войны, значит, Второй мировой, он там и 4,5 стоил. То есть это, конечно, фунт укатали, как говорят, биржевики очень серьезно. Дело в том, что, возвращаясь к американскому доллару, все-таки эта валюта, она по-прежнему остается основной мировой резервной, так называемой валютой, да, которая используется в подавляющем большинстве контрактов международной торговли. Спрос на доллар вырос по причине неопределенности мировой экономики относительно перспектив экономического роста в целом, да, в мире. А ФРС США, по сути, это институт центрального банка в этой стране, последнее время агрессивно поднимает процентные ставки. Это ограничивает возможности по кредитованию, идет процесс так называемого делевериджа, а именно сокращение корпоративного долга. А так как большинство кредитов номинировано именно в долларе США, как на мировом, значит, рынке, да, рынке заимствований, то для погашения кредитов требуются как раз доллары, и их необходимо купить на рынке. Отсюда смещается баланс спроса на валютном рынке именно в пользу американского доллара США, не обращая внимания на то, что у них там происходит в экономике, какие у них там политические события и так далее. Это просто механика рынка. Когда требуется возвращать долги, и для этого нужны доллары, их покупают, и, соответственно, на них цена растет. Сейчас ситуация, она очень напоминает последствия второго нефтяного шока 1979 года. За ним последовал резкий рост инфляции и выход ФРС с крайне жесткими мерами. В 1981 году, если я не ошибаюсь, это было, по обузданию именно инфляции. Вот сейчас тоже в США инфляция растет, она уже около 8%, а тогда она уже поднималась до 16%, до 17%. Тогда ставки ФРС очень резко подняли до 20% годовых. И доллар сразу перешел к такому повышательному тренду, вплоть до 1985 года, до знаменитого соглашения в Плаза, да, когда доллар уже, наоборот, пытались девальвировать. И я не исключаю такого варианта, что через некоторое время очередная Плаза состоится для того, чтобы искусственно доллар ослабить по отношению к другим валютам. А вот смотрите, правительство Ли Страсс, ну я вот про фунт все, пришло к власти, ну, считанные дни, что называется. А британская пресса полна всяких заголовков, статей по поводу того, что правительство Трасс именно обрушило там рынок акций и облигаций, потеряли 500 миллиардов в долларовом эквиваленте, там из-за действий этого правительства. Инфляция такая, которую отродясь никто не видел. Вот под этим я даже сейчас не для того, чтобы там защитить или обвинить Ли Страсс, но в принципе какие-то шаги, предпринятые правительством, могут за дни повлиять или там за часы даже повлиять на состояние финансов и фондового рынка в стране.
Вы знаете, вот фондовый рынок, он всегда живет ожиданием. И инвесторы, и спекулянты, они пытаются предугадать, а что вот будет, если. И насколько я помню, новый министр финансов, он объявил о том, что будут делать стимулирующие меры, по-моему, 50 миллиардов фунтов. И инвесторы, они испугались того, что будут, с одной стороны, повышаться резко ставки, с другой стороны, вот эти стимулирующие меры, которые поднимут еще не без того высокий бюджетный дефицит, и таким образом может состояться такая вот ситуация резкого ухудшения состояния государственных финансов. А что это значит? Это значит подъем ставок, а подъем ставок это означает снижение стоимости облигаций, которые имеются на руках в портфелях фондов. Ну и, соответственно, если идет снижение портфелей, стоимости портфелей, то возникает так называемая ситуация margin call'ы. Да, margin call'ы – это когда заемщикам, значит, и участникам рынка требуется, так сказать, новая ликвидность для того, чтобы избавиться от убытков, погасить свои убытки на финансовом рынке. Вот. И ситуация складывается таким образом, что государство теоретически может не выполнить свои обязательства, дальше не выполняют обязательства финансовые институты, а раз финансовые институты не выполняют свои обязательства, значит, могут пострадать вкладчики этих институтов. Ну и, соответственно, сразу пошло такое бегство от фунта. И скоро, наверное, фунт будет уже один к одному доллару, чего не было никогда в истории. А вот смотрите, вы сказали, что все фондовые рынки живут вот этими ожиданиями, исходя из них там происходит движение на фондовых рынках. Это правило можно отнести к российскому фондовому рынку? Потому что то, что творится, скажем, на Московской бирже или там на РТС, это, в общем, тоже такая картина красным написанная в последнее время. Да, конечно, картина красным. И действительно, здесь тоже это правило абсолютно эффективно работает. После объявления о мобилизации, частичной мобилизации, многие граждане, а у нас граждане, в общем-то, сейчас, по сути, определяют настроение на фондовом рынке, так как иностранных инвесторов, в общем-то, еще нет, то они стали пересматривать свои планы на жизнь, старались единовременно избавиться от акций. Перспективы весьма туманные, очень много непонятного, что будет дальше. Да, отсюда мы видим такое снижение. Но я вам скажу так, что как только поступит какой-нибудь вменяемый сигнал, только намекающий о деэскалации политической ситуации, то рынки выстрелят обратно на те же 10-15% буквально за 1-2 дня. То есть рекомендация покупать? Нет, пока нет. Я ждать намекающего сигнала. Ждать намекающего сигнала. А вот еще, поскольку заговорили тоже о высокой инфляции, о действиях, которые предпринимают там центробанки всего мира, включая ФРС, вот смотрю я на те же Соединенные Штаты. Инфляция, ну, под десятку, там, будем грубо, я совершенно округляю, ставку поднимают на 0,75 пунктов, максимум там 3,25, что называется. Смотрю на Европу. По разным странам, только еврозоны, от Эстонии в 20 с лишним процентов инфляция до Франции, там, где-то на уровне, ну, 6,87 получается. А ЦБ тоже поднимает, конечно, учетную ставку эту, но поднимает не до, даже не до 7, и уж тем более не до 20, чтобы там в Эстонии как-то все это уравнять. А это тоже пока что считанные проценты. Там Швейцария едва вышла из отрицательной зоны. Почему так отстает вот эта ставка от уровня инфляции, если декларируется, что главная задача поднятия ставки – это обуздание этой самой инфляции и приведение ее, ну, там, в США заявили, в 2%? На мой взгляд, это связано именно с гипертрофированностью рынков и боязнью именно обрушить вот эти фонды, в портфелях которых находятся эти облигации. Если посмотреть, что делал Пол Волкер, тогда, в начале 80-х, рынок облигаций не был таким гигантским. Да? Он был значительно меньше величины ВВП. Сейчас рынок облигаций настолько огромен,
что даже вот там на 0,5%, на 1%, если поднимается процентная ставка, вместе с ней снижаются цены на эти облигации, и убытки колоссальны. Поэтому они действуют маленькими-маленькими шажочками, без каких-то вот этих вот шоковых решений. Шоковые решения могут позволить себе те страны, в которых рынок государственного долга относительно ВВП не такой высокий. Ну, например, как вот в России. Да? У нас было два таких шоковых решения. Это декабрь 2014 года, когда мы поднимали ставку до 17% ключевую в ответ на резкий обвал рубля. И также февраль, да, когда мы помним с вами, что 20% была ставка поднята для того, чтобы успокоить население и остановить банковскую панику. Вот. А там они не могут поднять, значит, сразу на 5%, 6%. Поэтому 0,75%, там вот 1%, вот 1,25%, да, там как в Великобритании. Это такие вот уже крайние меры, но максимум. Если они поднимут на 2, на 3, они просто могут какой-то финансовый кризис сформировать сразу же. А можно ли из этого... А что касается инфляции... Да-да. Можно ли из ваших слов сделать вывод, что чем менее развита финансовая система страны, чем менее развит фондовый рынок, чем меньше привлечены там, деньги, например, население, инвестиции в финансовые какие-то инструменты, в частности, вот в облигации или в акции, тем проще стране выходить из любой кризисной ситуации? Вы знаете, как ни парадоксально, но так оно и есть. Мы просто это видим на примере России с ее достаточно ограниченным финансовым рынком. Если просто поставить некие барьеры, то можно вот такую вещь себе организовать и соответственно, пересидеть, может быть, какие-то такие катаклизмы, формирующиеся во внешнем секторе. А Денис Викторович, а тогда, вот если исходить из этой логики, а зачем тогда призывать... ну, там, не знаю, квалов и неквалов на рынок акций. Зачем говорить о том, что надо сделать что-нибудь такое, чтобы у населения появились финансовые инструменты? Потому что кризисы в экономике, как мы знаем из даже элементарной экономической теории, которую в школьном курсе обществоведения преподают, они случаются регулярно. И получается, что узкий этот закрытый и замкнутый рынок, он гарантирует стране более мягкий выход из любого экономического кризиса. Ну и не надо тогда развивать, не надо тогда все эти финансовые инструменты. Кому они нужны-то? Для того, чтобы себя загонять в какую-то яму, из которой потом не выкарабкаться? Но есть страны, которые, в общем-то, постепенно нащупывают баланс, да, значит, вот эта ситуация, когда быть либо глобализованными, либо быть деглобализованными, да, и фактически, например, вот есть такие страны, которые, в общем-то, нашли этот баланс, наверное, давайте пример приведем, ну, скажем, Новая Зеландия, например, да, рынок достаточно узкий, но, в принципе, валюта свободно конвертируемая, инфляционное таргетирование работает, и как подверженности финансовым каким-то кризисам и коллапсам у них минимально. Или, например, Сингапур, такая страна. Или, например, Малайзия, как ни странно, хотя у них тоже были свои, там, как говорится, тараканы в 98-м году. Или Южная Корея. Да? То есть есть, конечно, варианты, когда ситуация выходит из-под контроля, как в Великобритании, да, и рынок показывает, что она выходит из-под контроля. Но все-таки есть и положительный пример. Поэтому здесь вот нельзя однозначно сказать, ну, поэтому экономика она настолько интересна, что нельзя все говорить однозначно, что какая-то модель она будет универсальна и она будет работать. Однозначно. Ну, посмотрим, значит, что будет дальше. Но вот все равно, так или иначе, в нашей стране получается, что при всей развитости финансовых инструментов и при всем том, что, как вы сказали, на рынке акций граждане теперь главную роль играют, для подавляющего большинства граждан главный финансовый инструмент – это все-таки те
вещи, которые предлагают банки российские. И в этом смысле там, ставки по вкладам, например, условия вкладов, ну и вообще устойчивость того или иного банка, это главное, что волнует, ну, я думаю, подавляющее большинство аудитории, в том числе и нашей радиостанции. Вот если говорить про российскую банковскую систему, то можно ли что-то говорить однозначно? Спрашиваю я у финансового аналитика, знаю, что ничего однозначного нет. Да, действительно, российский банковский сектор у нас с определенными проблемами сталкивается в последнее время. Ну, основное, наверное, что это зависшие деньги ряда банков, которые находятся под санкциями за рубежом. Банки для осуществления расчетов должны открывать корреспондентские счета в зарубежных банках. И мы не знаем, сколько там застряло средств после того, как на ряд из них были объявлены санкции. Дальше стоимость многих активов на банковском балансе, на банковских балансах, да, она сложилась несколько раз. То есть вот все, что вот что-то стоило там условно 100 рублей, стало стоить 30. Да? Соответственно, никаких резервов не хватит на текущий момент, чтобы выполнить требования по достаточности капитала, которые требует от них центральный банк. И поэтому центральный банк еще в феврале разрешил банкам оценивать активы по ценам, которые складывались еще до спецоперации. Таким образом, делается вид, что все нормально и нет какой-то такой негативной переоценки. А если что, то центральный банк поможет, что называется. Ну, просто госгарантии. Слушайте, Денис Викторович, давайте на этом остановимся, чтобы люди спокойно спали. В случае чего центральный банк поможет. Денис Домащенко был с нами. Спасибо, до новых встреч. Экономика. Сроки восстановления работоспособности газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» после произошедших инцидентов с падением давления пока оценить невозможно. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». В компании подчеркнули, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов, носят беспрецедентный характер. Причины этих разрушений официально не называются. Аспекты безопасности трубопроводов мы обсудили с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым. Конечно же, в общем, все потрясены вот этой вот, не знаю, аварией, диверсией, как это правильно назвать, на сразу трех нитках трубопроводов «Северный поток». И возникают, естественно, вопросы об обеспечении безопасности. Потому что когда они только строились, особенно вот по поводу «Северного потока-2», когда выступали зеленые в Европе, вот, то у нас много говорилось о том, что есть система наблюдения, есть система аварийной остановки, есть системы, которые как-то отслеживают состояние этих самых труб на дне Балтийского моря. Вот в связи с тем, что произошло, можно говорить о том, что эти системы хоть как-то сработали или нет? Ну, система безопасности заключается в том, что показывают датчики, в общем, систему давления. То есть там на каждый метр трубы каких-то датчиков не поставишь и незачем. То есть вот были бы эти датчики, не знаю, там, видеонаблюдения. Ну, окей, зафиксировали бы они, допустим, если это действительно диверсия, что кто-то подплыл, значит, прикрепил бомбу. И что бы, по сути, это поменяло бы? Ничего. Вы предотвратить бы все равно не смогли. Поэтому в этом плане, сколько датчиков не поставишь, тут все равно ничего не изменить. Если кто-то захотел его, по сути, взорвать, то они его взорвут. И другой вопрос в том, что в момент даже строительства, даже после того, как США вводили санкции, запрещающие оказывать услуги по строительству, и Россия достраивала «Северный поток» сама, все равно никто не мог себе представить, что когда-то кто-то может приплыть и взорвать аж три нитки сразу, там, две нитки «Северного потока-1», который, я напомню, еще в начале сентября работал, он только в первых числах сентября был остановлен полностью, и одну нитку «Северного потока-2». Конечно, мы жили совершенно в другой, можно сказать, реальности, и подобных вещей не допускали. Да и даже сейчас это с дикостью смотрится, что в Балтийском море, не на территории там боевых действий сухопутных где-то, а в Балтийском море, можно сказать, в благополучной Европе,
кто-то может взорвать газопроводы. Даже сейчас это дико, поэтому перестраховаться от подобных случаев невозможно. Вопрос, наверное, в том, если, во-первых, страховка как бы именно финансовая у подобного объекта, и что будет дальше? То есть там, например, в трубе, вот сейчас газ выходит, по-прежнему продолжает бурно выходить на поверхность, там объем газа в этих трех нитках при современных ценах на европейском рынке стоит 2 миллиарда долларов. Вот кто-нибудь вернет эти деньги нам? Я думаю, что нет. Тоже большой вопрос. И дадут ли вообще отремонтировать этот газопровод? Либо они тоже будут затягивать процесс, вот, и в итоге, в общем-то, эти газопроводы попытаются похоронить окончательно. Игорь Валерьевич, а получается, что вот тот участок трубопровода, который проходит по дну моря, он, ну, он един, да? Вот мы знаем, там на поверхности есть определенные какие-то перерывы, там станции, когда есть один участок, его можно легко отсечь от другого, а здесь, получается, вот одна станция на российской стороне, другая станция на немецкой стороне, а там просто по дну моря лежит, просто лежит труба. Да, в случае Северный поток 1-2, это действительно цельные трубы от берега России до берега Германии, и это технологически сложный проект, потому что действительно нужно создать огромное давление на входе в трубу для того, чтобы прокачивать газ по всему Балтийскому морю, по дну, и чтобы он выходил в Германию. Там уже стоит следующая газокомпрессорная станция. Действительно, никаких перемычек и клапанов посередине газопровода нигде нет. И это тоже, кстати, сейчас создает проблемы, потому что «Газпром», может быть, ему даже придется и дальше подавать газ с российской стороны в трубу, зная, что он где-то там выходит, для того, чтобы морская вода не заливалась в саму трубу, а по-прежнему как бы выталкивалась газом. Поэтому посмотрим, насколько много еще придется как бы на это все потратить. Но, опять же, тоже никто не подразумевал, что где-то в середине может быть разрыв газопровода. Тем более вот такой, по сути, массовый, за сутки три нитки взорвать. Поэтому, конечно, даже какой-то перестраховки в виде клапанов, насколько я знаю, там нет. А вот если отвлечься от того, что произошло, а если, например, ну, там, у металла бывает усталость, у сварных швов бывают, не знаю, тоже какие-то дефекты, которые невозможно определить в момент сварки. Вот если образуется трещина, например, через которую начинает выделяться какой-то такой газ, то система ремонта в этом случае, она как-то проработана, известна, что делать, если вдруг на каком-то участке этой подводной трубы начинает, ну, не в таких объемах, конечно же, не дыра от взрыва, а вот какая-то технологическая, например, погрешность, и оттуда начинает выходить газ. Ну, тут действительно, если фиксируется падение давления в трубе, то ищут вдоль трубы, в общем-то, где идет выход метана. И мы видели, что довольно оперативно датчане зафиксировали выход метана. Ну, здесь в данном случае он был огромный, но окей, вы потратите больше времени, но все равно найдете, значит, где выходит метан. И далее вы либо под водой там можете провести ремонтные работы, либо, в принципе, всю эту нитку вы поднимаете. Ведь когда ее строили, ее же в итоге так и опускали целиком, сварили два шва, последний вот шов двух участков, и всю эту уже готовую трубу опускаете на дно. Точно так же вы можете подогнать туда судно, оно поднимет весь этот газопровод, вы замените поврежденный участок. То есть технологически все это возможно сделать. Вопрос, опять же, стоимости, вопрос, кто это все будет делать и кто за все это заплатит. Ну и главное, что сейчас датчане должны дать разрешение. Опять же, первично хотя бы нужно будет опуститься на дно моря и посмотреть, что же там произошло. То есть самое главное вот сейчас первичный вопрос, куда, условно говоря, железо вогнуто? Оно вовнутрь вогнуто, это значит, был внешний взрыв. И, значит, внешний какой-то там бомба или еще что-то. Если наружу выгнуто железо от этого трубопровода, значит, изнутри был взрыв, значит, там давление виновато или еще что-то. Поэтому хотя бы вот эти первичные данные надо получить. Спасибо большое за консультацию. На связи со студией Вести ФМ был ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков. Спасибо, Игорь Валерьевич. И добавлю, «Газпром» владеет контрольным пакетом акций оператора газопровода «Северный поток-1» и всеми акциями «Северного потока-2». И таким образом обе системы фактически являются собственностью «Газпрома».